Почти сутки в Подмосковье шел снег. Толщина покрова составила более 10 сантиметров. Это хорошо видно по стоящим автомобилям, которые в прямом смысле утонули в снегу. Наш мобильный репортер проехал сегодня в первой половине дня по улицам Видного. На этих кадрах можно увидеть, что основные дороги города почищены. Сотрудники Дорсервиса начали работать еще с ночи, поэтому к утру на дорогах каких-то особенных затруднений в движении из-за снега не было. В разных точках города был слышен шум уборочной техники. До 11 утра на специальный полигон было вывезено 4 КАМАЗа со снегом. Порой водителям тракторов приходится лавировать между припаркованными автомобилями, выполняя свою задачу. Но, как правило, им помогают рабочие с лопатами. Рабочий день сотрудников отдела по благоустройству Дорсервиса начался еще затемно. В тот момент, когда их встретил наш мобильный репортер, они всей бригадой шли на обед. Все чистить нам и чистить. Дорожки и все нам чистить. Сосенки. Нам дофига чистить там. В первую очередь задача почистить снег на подходах к школам и детским садам. Сегодня эта бригада за первую половину дня сделала немало. Школа. Вот Радужная, Жуковский и Березовая. Лесенькие. И Лесенькие там чистим. Но синоптики обещают, снег будет идти еще как минимум неделю, поэтому работы у коммунальщиков меньше не станет.